Дороги Краснодарского края назвали одними из лучших в стране. Кубань заняла 3-е место в Российской Федерации по качеству дорог по итогам 2022 года. Как выяснилось, в ходе исследования рейтинг нормативным требованиям в крае отвечают практически 85% региональных, межмуниципальных и местных автодорог. А вот лидером списка вполне ожидаемо стала Москва. В столице доля качественных дорог составляет практически 98%. А я напоминаю, что партнер выпуска новостей – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор». Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской 104.